Россия считает недружественным шагом со стороны Молдовы вынесение на Генеральную ассамблею Организации Объединенных Наций вопроса о выводе российских военных из Приднестровья, заявил постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя. «Это не очень дружественное и достаточно неожиданное решение. С нами по этому поводу не связывались, нас не предупредили. Мы просто увидели распространенное письмо», – сказал Небензя. Такая инициатива, по словам постпреда Российской Федерации, не будет способствовать мирному процессу, который был давно учрежден в рамках формата 5+2. «Мы, конечно, это открыто скажем нашим молдавским коллегам», – отметил Небензя. На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы – миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.